Радиоспорт, декоративно-прикладное искусство, журналистика, английский, настольный теннис, КВН, художественная гимнастика, киностудия. Члены комиссии знакомятся с творческим потенциалом лагеря, чтобы узнать, насколько интересным и разнообразным будет досуг. А после следуют в отремонтированные кубрики и проводят личный тест-драйв новых кроватей. Вердикт – удобно. Вот в этом году в лагере «Юность» мы заменили порядка 300 матрасов, привезли 300 новых матрасов, заменили 200 кроватей, отремонтировали два корпуса, то есть привели в порядок, поставили новые шкафы-купе. Подготовка к летнему сезону в «Юности» началась еще осенью прошлого года, сразу после завершения последней смены. К примеру, соседи последовали и в «Олимпийце». Сюда рабочая группа тоже наведалась. В этом году готовность лагерей на более высоком уровне. Все замечания заранее были устранены, поэтому мы, члены комиссии, довольны сегодняшней работой. От технической документации до меню в столовой. По итогам проверки аттестацию прошли все оздоровительные учреждения района. Также ее проходят пришкольные лагеря Нижнекамска. В этом году летний отдых в них проведут 4000 детей. Пока в лагерях последние приготовления к началу летнего сезона, дети и родители в чемоданном настроении. Ведь первые заезды состоятся уже на следующей неделе. В этом году детских лагерей в районе работает на один меньше. Кама на капитальном ремонте. Планируется, что в 5 других отдохнут более 6000 юных нижнекамцев. Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Новости НТР.